Привет, морские волки! С вами капитан Латриста, и сегодня я хочу рассказать вам про легкий американский крейсер 4 уровня «Феникс». Выбор корабля для гайда обусловлен рядом факторов. В первую очередь, не совсем нравится, что этот корабль считается таким проходным кактусом, который нужно быстро-быстро там прокачивать, как-то скрипя зубы проходить его, либо вообще еще лучше за свободку, потому что на нем страдает, его постоянно убивают, ничего бы он показать не может. Это звучало в комментариях под видео, это звучало в официальной ТС-е, во время разговоров там, и я слышал такое на форуме. На самом деле это не так. Для того, чтобы рассказать про корабль более подробно, давайте поговорим про матчасть немножко и потом пойдем в бой. Значит, Феникс, это, его считают эскизным проектом Амахи. Действительно, это крейсер-скаут, который разрабатывался как лидер эсминцев. Построен он не был, но послужил основой для своего старшего брата, легкого крейсера Амаха. По внешнему виду, кстати, вот, пожалуйста, можно сравнить. Они почти идентичны. На Амахе добавляются вращающиеся башни, немножко другое ПВО помощнее, а в целом, вот так вот, если не специалист, так он и не отличит. Так вот, в чем проблема Феникса? На него пересаживаются начинающие игроки после великолепного Сент-Луиса, который оснащен у нас солидной батареей в 14 орудий, которого не так легко пробить, который стреляет как еж во все стороны этими пушками и щетинится, и тут мы пересаживаемся на Феникса. Разумеется, мы пытаемся играть в нем точно так же. Мы врываемся в ближний бой. У нас все-таки в топе, смотрите, 10 орудий, калибр 152 мм. Мы очень страшны. У нас появляются торпеды. Идут они, правда, недолго, но нам же не сложно подойти поближе. Так вот, мы подходим поближе к всевозможным Кавати, к тем же самым Сент-Луисам. И они в наш вот этот высоченный амаховский надводный борт начинают напихивать бронебойные снаряды, которые нас страшно критуют. Критуют нас они не хуже, чем Амаху. Соответственно, Феникс идет на дно, владелец расстраивается, говорит, что корабль плохой. Нет, ребята, на самом деле это не так. Забегая вперед, сразу подскажу то преимущество Феникса, которое делает его откровенной имбой на своем уровне в тех боях, куда его кидает. Если вы попадаете в бой к Сент-Луисам и Кавачи, если вы умеете правильно играть, считайте, что эти несчастные корабли просто обречены. Радиус их стрельбы не превышает 10 километров, а мы бьем километра на 3, а то и на 4 дальше. Соответственно, умелый командир легкого крейсера «Феникс» способен держать на этой дистанции от себя, не подпускать поближе, например, того же самого «Сент-Луиса» и совершенно безнаказанно разбирать его издалека. Тем более, что есть чем. 10 орудий все-таки это немало. Так, немножко предлагаю посмотреть, поговорить о том, какие модули установлены. Значит, корабль у меня в топе. Кстати, те, кто плачет, что корабль страдает, представьте, что раньше топового корпуса не было. Был корпус, который сейчас считается вторым. У нас сразу становится на две пушки меньше. Вот, что там у нас еще уменьшается. Да, становится хуже ПВО и хуже становится бронирование. И как-то все-таки играли. С тех пор, как добавили третий корпус, я даже считаю, что Феникс стал немножко читерным. Значит, переходя к модернизации. У меня установлена модернизация орудия главного калибра. Она дает нам то, что не так быстро их выносят, во-первых. Во-вторых, не критует погреба. У нас меньше шанса просто взорваться от одного случайного попадания. Во второй слот я устанавливаю модернизацию энергетической установки. Это нам дает минус 20 вероятности крита от двигателя и плюс 20 время ремонта. Не так важен ремонт, как важен минус 20 крита. Опять же, повторяюсь, машинка у нас большая, надводный борт большой, попадает в нас часто и с удовольствием, чтобы нам просто не подорвали машинное отделение. Лучше пусть оно будет на 20% прочнее. Например, через рулевые машины никто еще никого никогда не взрывал. Давайте рассмотрим навыки командира. На первом уровне я однозначно беру основную огневую подготовку и основу борьбы за живучесть. Тут, по-моему, без комментариев. Пусть наше ПВО станет еще сильнее, и мы будем быстрее ремонтироваться. Второй навык я сразу прокачал — повышенную готовность. Наша аварийная команда быстрее приходит с КД. На третьем уровне это будет однозначно радиоперехват. Мы будем
понимать, когда мы засветились, когда пора делать ноги, если вдруг интуиция нам почему-то это не подсказала. На четвертом уровне самое полезное будет взять в первую очередь дальность обнаружения торпед. Мы будем видеть их далеко, вовремя уклоняться и поэтому дольше жить на поле боя. Продолжая тему с усиленной огневой подготовкой, мы впоследствии, я обязательно возьму ее также на четвертом уровне. Наше ПВО уже будет вполне-вполне себе ничего. Четвертых и пятых уровней авианосцев мы будем гонять уверенно. А дальше, ну дальше в принципе, я бы взял, особо ничего такого полезного дальше на четвертом и пятом уровнях нету. Я бы взял все-таки перезарядку торпед, хотя они не являются основным оружием, но это наименее бесполезный будет навык из всех прочих остальных. И экспертное наведение. Наши орудийные установки будут вращаться быстрее. Ну ладно, с этим, я надеюсь, все более-менее понятно. Более подробно, возможно, будет сделан отдельный гайд, но нам надо спешить в бой. Я нажимаю кнопку. Вот, сразу закидывает, как здорово, с началом ЗБТ, народу на сервере много, в очереди ждать не приходится. Сейчас я посмотрю, ну мы все вместе посмотрим, узнаем, куда же меня забросило. Угу. Ну что ж, по два авианосца в командах, попробуем проявить себя немножко в ПВО. Конго не очень приятно, со всем остальным мы вполне себе справляемся. Ну что ж, жду загрузки боя. У меня сегодня был классный бой на Фениксе, просто классный. Я тащил, было все очень здорово, но в конце так глупо словил торпеду, поэтому я постыдился и решил бой не записывать. Так, все, старт. Карта, линия разлома. Кстати, на этой же карте был записан гайд по Амахе. Ну что ж, только я был с другой стороны. Берем точки, я стремлю все точки С, попробуем подойти туда. Включаю сразу бронебойные снаряды. На предельных дистанциях они нам пригодятся, даже по эсминцам. Вот, что сразу сказать по тактике боя. Напоминаю, стреляем мы, сейчас можно даже точно посмотреть, вот, почти на 14 километров, 13,5. Наши оппоненты на 3,5 километра меньше. Это я говорю про Сент-Луиса, который особенно страшен для нас в ближнем бою. Разумеется, не очень приятно будет встретиться и с Фениксом, если попадется скиллованный игрок, который будет точно попадать с бронебойками, нам очень-очень здорово накидает. Соответственно, будем действовать, стараться не подставляться под огонь, играть от второй линии. Идеальный вариант, вот взять бы этих товарищей на Сент-Луиса, да попросить бы, чтобы они побыстрее пошли на точку С. Я не уверен, что они так сделают, поэтому я аккуратненько туда загляну, но не буду далеко заходить в пролив. Чего, кстати, я вам советую на будущее, если не будет, например, подсветки от самолетов союзного авианосца, никогда не рискуйте заходить в этот пролив, очертя голову. Если вы пересечете определенную черту, ну вот это примерно где-то вот с началом буйков, вы уже оттуда не выйдете обратно. Вас расстреляют, если вы внезапно наткнетесь на значительные силы противника. Поэтому я всегда советую покататься немножко на входе в пролив по девятой линии на этой карте, посмотреть, что будет. Вот, кстати, берут уже эту точку. Кто-то уже успел прибежать. Вот вражеские самолеты, они сейчас меня подсветят. Ну, будем ждать какой-то союзной засветки. Вот там эсминец. Ждем. Так, эсминцы только американские. Значит, торпед на 8 километров мы не ждем. Эсминец у них тоже осторожничает, но попадает на свет. Попробую достать его блайншотом. Не попал. Немножко не добираю упреждения. Стрельба вслепую, сами понимаете. Так, нашего эсминца уже... Ох, как его атаковал авианосец. Противник исхода выбил ему машинное отделение. Кстати, классная реализация, когда из труб корабля вырывается струя огня, сразу видно, что он остался без машинки. Не нужно ставить никакие модики, чтобы вам говорили, что там вы сломали врагу. Все наглядно и при этом очень эстетично и антуражно выглядит. Так, в общем-то, пока ничего такого наша глобального не происходит. Можно посмотреть поближе на корабль. Ну, вылитая Амаха, поэтому я часто заговариваюсь и называю именно так.
Атомахия, она отличается тем, что у нас вот самое главное, видите, нету катапульты, нету самолета. Плюс у нас по одному торпедному аппарату на борт. И Амаха немножко нас помедленнее, потяжелее в маневре. Вот наши Сент-Луисы заходят на базу, на точку А, вернее, господи, точку А у нас захватили. Заходит точку С. Так, медленно, торжественно. Прям белая эскадра. Будем надеяться, что они ее захватят. Я попробую. Да, я угадал. Вот смотрите, эсминец выходит. И сейчас Феникс проявит себя во всей красе. Нам достаточно просто не подпускать Николаса. Вот, попадание на 7000. Каково вам? Это может сделать страдающий кактус? Бесполезный в бою? Нет. А вот... Мы сейчас даже можем пошалить, смотрите. И попробовать пострелять торпедами. Не попадем-то, хоть напугаем. Да, он перекладывается на другой борт, чтобы попробовать пострелять торпедными аппаратами. Я очень беспечно маневрирую сейчас между этими торпедами. Красиво очень ушел. Честно говоря, я хотел вам показать, как они до меня красиво не дойдут. Чуть было их не поймал. Вражеский эсминец потоплен. Как говорится, понты до добра в данном случае не доводят. Ну все, эсминец погиб. Вы видите, что это было сделано очень легко и непринужденно. Я совершенно не напрягался. А вот эсминец был практически обречен. В это время засветка мой собрат. Ну что ж, теперь моя задача просто перестрелять его на дальних дистанциях. Помните, я говорил, ну это кто смотрел, разумеется, в гайде про Амаху, о том, что артиллерийская стрельба на дальних дистанциях очень-очень важна. Вот вы видите, как подтверждаются мои слова. Если мы умеем стрелять, мы способны любой бой обернуть в свою пользу, только тем, что мы метко попадаем. Так, заберут его. Да, забрали его, к счастью. Молодец, Ави, кстати, очень здорово сработал. Он забирает этого Феникса. Что ж, Феникса меньше, нам легче. Тем временем, две базы захвачены. На точке А идет такая вялая потасовка. Я предлагаю забрать точку Б. Она выглядит относительно безопасно. К тому же наш авианосец, угроза для него в виде вот этой вот утопшего, вот этого утопшего Феникса, она уже ликвидирована. Не хватает, конечно, Фениксу вот этих вращающихся башен. Изначально их не планировали ставить и на Амаху, но, к счастью, я имею в виду проектировщиков, но, к счастью, здравый смысл все-таки возобладал. Точку А мы, скорее всего, потеряем. Там у противника находится линкор Конга. С Конга, конечно, нам уже бороться тяжело даже на Амахе. Броня, орудие. Тут такие картонные мы. Если только удачная стрельба, например, торпедами вблизи. Но опять же, запоминаю, торпеды на этом корабле не являются главным оружием. Это очень-очень-очень второстепенная фича Феникса. Если противник вот просто зайдет в сектор обстрела торпедных аппаратов, заглянет в стволы и так робко спросит: ну, может, стрельнешь, а? Вот тогда, конечно, стреляйте. Сознательно выходить в торпедную атаку, искать ее ни в коем случае не нужно. Вы просто-напросто наполучаете снарядов и утопнете еще до выхода на эффективные какие-то углы стрельбы. Тем временем наша команда действует очень-очень прилично. Она... Не нужно никому ничего писать, никуда тыкать мини-карту. Захватили вторую базу. Идет преимущество. Может быть, бой немножко, я вангую, получится таким, что не будет там какой-то феерии фрагов. Взятие воина. Но, тем не менее, наверняка же каждый из вас бы, если предложили бы на выбор, давайте вы берете 7 фрагов, но сливаетесь, ну, либо один, но победа. Я уверен, что большинство выбрали бы победный бой. Или все-таки попробовать рискнуть, прогуляться в сторону точки А, где расположены... Вот как раз там Сент-Луисы. Давайте сейчас я попробую к ним подойти и показать, как на дистанции мы можем их топить. Они в ответ только грозить нам кулаком. Сейчас я обогну этот остров. Кстати,
когда я смотрю какие-то видео из, например, игры про самолеты, где все намного быстрее, более динамично, вот там немножко там полегче вододелаю, у него экшен постоянно. А здесь я говорю, ребят, сейчас я к ним подойду и покажу, как по ним пострелять. Он времени еще пройдет. Корабли все-таки недостаточно массивный и медленный. Вот я начинаю стрелять. Смотрите, 12,3 километра, я показываю дистанцию. То есть я в него попадаю. Сейчас, скорее всего, уйдет за остров. Вот. Он по мне даже стрелять не может. За исключением Конга, который вот заметил опасность. Начинает меня обстреливать. Я вот так уже думаю, может, не буду я вам показывать эту самую стрельбу по синтлоисам. Что все это хорошо, но получить крупнокалиберный снаряд борт не очень входит в мои намерения. Вот опять по мне выстрел. Всегда томительное ожидание полета снарядов. К счастью, вообще по мне не попал. В общем, буду надеяться, что я сейчас даже удеру за этот островок. Он по мне не сможет выстрелить. Сейчас он, скорее всего, занят уклонением от торпед. Попадает по Сент-Луису. Я по Конго попал, у него перевелась вертикальная наводка. Наша команда близка к победе. Кстати, вот хорошая иллюстрация того, что торпеды, они страшны уже самим своим наличием. Даже если не было бы попадания сейчас по вражеским кораблям торпедами, они в любом случае уклонялись, уворачивались, не могли в это время эффективно стрелять, и что дало мне время уйти за остров. Кстати, это очень хорошая иллюстрация тактики. Вот то, что я сейчас вначале вознамерился пойти... Оп, стреляю в остров, теряю хватку. Вознамерился пойти, было подогибать беззащитных Сент-Луисов. Увидев Конга, я сразу начал от него удирать. Я много раз видел, когда пытались на крейсер Фениксы храбро атаковать более тяжелые корабли. Заканчивалось это очень-очень плохо. Феникс... В этом плане хорошая школа, он развивает такое чувство... Ну вот, добрал я совершенно безнаказанно Феникса. Вражеский крейсер потоплен. О, простите, Феникс, Сент-Луиса. В этом плане Феникс развивает в игроке такое хорошее, добротное чувство сваливания. Когда вы понимаете, когда лучше удирать. Вот что получается, когда по нам стреляют. К счастью, Конго стреляет фугасами. Да, больно. Да, дамажно. Но ваншотнуть меня они не могут. А счет, однако, победный. Вот такой вот бой. Вполне себе показательный. Не было какого-то безудержного яркого нагиба. Не было огромного количества фрагов. Но, однако, посмотрите. В принципе, уступил я только эсминцу. Молодец, кстати, он здорово очень отыграл этот бой. Подробный отчет. Для крейсера 4 уровня 26 тысяч нанести урона, это вполне себе прилично. Ну что ж, я надеюсь, что это видео будет вам полезным. Надеюсь, что те, кто докачались и продали этот якобы кактусовый корабль, все-таки попробуют к нему вернуться, еще сыграют пару боев, и он им неожиданно понравится. Те, кто только до нее докачивается, ребята, для вас всего пара советов. Держите дистанцию, не подставляйтесь и пользуйтесь своим преимуществом в маневренности и в дальности стрельбы. И этот корабль у вас, что, как говорится, зайдет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.